Всем привет! Набираемся по болоту. Все, пробрались. Короче, только отъехали, все, на пол колеса до порогов ушли. А еще ехать и ехать. Однако сейчас назад будем тащиться. Иван Начесмелый пошел первый по глине, по болоту. Потихонечку посмотрим результат. Либо будем назад вытаскивать, либо сами поедем вперед. Ага, сидит. Все. Нормально, приехал. Ну, пойдем веревку тянуть. Ну что, УАЗика засадили. Будем пытаться лебедиться. Лебедку подцепили. Тут болото непроходимое. Ужас. Какой черт сюда паню слешивала? Вроде движение какое-то пошло. Ну что, лебедки подцепили. Иван натягивается. Чем будем пробовать? Так пойдет. Болото хорошее. Дорога будет тяжелая. Видимо, только на лебедке. Не знаю, как дальше на скудике поплыл. Видимо, будем буксироваться. О, березка трещит аж. Ну, мало-помалу УАЗик, вроде движение пошло. Ну, даже какую-то почву вроде цеплять начал, не то что болото. Из ямы выбрался на сушу какую-то. Но впереди еще предстоит печаль печальная. Поехали дальше, лебедимся. Ваня, сцепление попахивает. Жар идет. Грязюка. Ужас. Ну все, вроде пошел. Маленечко пошел. Нет. Жопа, жопа еще сидит. Перед уже на суше, можно сказать. Ну что, лебедка гулит пока. Пока гулит лебедка. Наматывается. Потихонечку движение есть. Болотину заехали нормально. Ну, без лебедя здесь делать нечего. Потихонечку подтаскивается. Где сам маленько успевает подъезжать. Ну, где-то должен сейчас на сухое выйти. Может, и сам поедет. Thank you.
Здесь вроде по суше, но не знаю, осталось 3 метра ползти. Пойдем перецепляться, отцепляться. Отлебедились через эту всю болотину назад с кудиком. Не получалось. Немножко вылезли сейчас. Может быть, своим ходом пойдем. Ну, у Вани сцепление что-то завоняло. Уже, видимо, поджег маленечко. Будем дальше лебедиться. Чуть-чуть, буквально не хватает, чуть-чуть. И вроде земля пошла по суше. Сейчас будем смотреть, прорвется Ваня, не прорвется. Ну, лебедушка упала. Что, вроде сам пошел. Подмотается сейчас маленечко. Будем смотреть дальше. Бугорочек перескочит, значит, все, поедем дальше. Падает лебедушка, что? Пойдут нос помогать уже. Вроде поскребся, сам пошел. Ну все, выбрались. УАЗика протащили через болотину. Назад решили уже не испытывать судьбу. Что-то сцепляк немножко пованивать начал. Объехали вот в Кургуля. Там дорога есть. Все, такие вот приключения. Спасибо всем за внимание. Всем пока. До скорых встреч.